Всех приветствую, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел поговорить о стратегии. Эта игра была в одном из выпусков «Во что поиграть на Android», и я решил эту игру более подробно разобрать. Игра называется Town Defense Tank War и представляет себе классический жанр Town Defense, в котором вам нужно расставлять различные башни, чтобы враги не смогли попасть на вашу базу. Как вы видите, доступно достаточно большое количество уровней. Давайте выберем какую-нибудь заснеженную. Выбираем какую-нибудь из них. Мы можем также с вами выбирать уровень сложности. Но я поставил его на легко. Легко. Так, и нажимаем играть. Так, теперь дальше перейдем. Тут у нас имеются различные бонусы, да, которые помогут нам выживать в этой игре. Это двойной урон и двойная скорость атаки. Дальше различные умения. Но для того, чтобы их купить, да, чтобы они у нас появились, нам нужно потратить определенное количество игровых денег. И также различные виды башен. Истребитель называется, пулемет. Их всего будет 5 уровней. Но у меня пока доступно 3 уровня. А помимо этого можно зайти в магазин и докупить определенное количество монет. Давайте перейдем непосредственно к самой игре. Нажимаем играть. И у нас загружается первый уровень. Вид сверху. В этой игре вид сверху. Игра, как видите, на русском языке. Это очень круто. Вот наша карта. И показана область, да, пути, куда пойдут наши враги. А если они идут до конца, и у нас имеется также жизни нашей базы 20, то есть 20 видов техники, если туда попадет, мы с вами проиграем. Мы с вами можем сейчас расставить наши башни. Давайте расположим их так, чтобы наши враги не прошли. Вот так мы с вами расставляем. Помимо этого мы можем с вами наши вот эти башни улучшать. Но для этого, как вы поняли, нужно тоже определенное количество игровых денег. Так, давайте расставим их по максимуму, чтобы не смогли никак пройти эти враги. Достаточно интересная игра, прикольная. Так, ну, к сожалению, не могу поставить. Давайте поставим вот сюда вот. Так, все, нажимаем. Все, нажимаем для старта, и враг идет. А в данном уровне нам нужно пройти 12 волн, вот они сверху показаны. Как только эти танчики, не только танчики, тут и самолеты будут, да, приближаясь к нашим башням, они начинают атаковать. И делают все для того, чтобы они не дошли до базы. Мы можем использовать даже специальные ракеты, которые у нас имеются. Вот так вот направляем, отпускаем и мочим этих вот эти танки, различную технику. А помимо этого мы сможем с вами, как я говорю, включать различные бонусы. Например, двойной урон активируем, да, который позволяет наносить больше дамага. Дальше мы можем увеличивать скорость игры, потому что достаточно долго они передвигаются. Нажимаем на стрелочку, и наши вот эти вот танчики передвигаются быстрее. А также в игре присутствуют вот такие уровни. То есть сами уровни меняются. Заснеженные какие-то, где присутствует там какая-то местность с травой, там с деревьями, или какая-нибудь песчаная. Достаточно интересная игра. Понравится людям, которым нравится именно такой жанр. И который просто наслаждается от такого экшена, который здесь присутствует. Вот. Ездят танчики, пытаетесь атаковать, уничтожать и пытаетесь выжить. Мне такой жанр тоже нравится. Думаю, вам игра тоже понравится, не зря я о ней рассказал. Много различного оружия, много различных башен, возможность улучшать характеристики и многое другое в этой игре присутствует. Поэтому, если вам нравится такой жанр, еще раз повторюсь, то эта игра однозначно для вас. Вот. А с вами был Android Android. Всем пока.